Шефство над скейт-парком взял на себя Центр патриотического воспитания «Ратмир». Молодые активисты, не жалея сил, трудились здесь после поджога, расчищая территорию. Постоянно находятся на объекте и сейчас, во время его ремонта. Главу Анапы встречает руководитель центра Максим Пронин. Первый вопрос Сергея Павловича, почему сроки сдачи объекта сдвинулись. На 10 число, это вчерашний день, должны были быть окончены работы. На данный момент работы не окончены. Объявлено претензионное письмо в трудневной сроке. Ну что они говорят? На данный момент не хватает одной фигуры, вот она, которую ребята говорят, что будет стоять уже. Нужно покрыть просто краской, подготовить металлические заезды и с той стороны закрыть перила. В четверг ребята говорят, что все будет сдано. Злоумышленников, спаливших скейт-парк, полиция до сих пор не нашла. Чтобы в дальнейшем исключить посягательство, глава Анапы потребовал предусмотреть охрану спортивного объекта. А что мы сделали по поводу видеокамер, обзора, охраны? На данный момент заключен контракт с фирмой до Нового года. Это 3 месяца, 45 тысяч рублей. Да ничего страшного, дороже стоит вот это все. Охранник работает еженочно с 7 до 7 утра. На данный момент работают две камеры, которые выведены на ЕДДС. Работали с этой стороны две камеры, но они попали под пожар, то есть были сняты. Эти камеры берут одна, которая направлена на территорию скейт-парка, она будет брать полный обзор территории скейт-парка, вторая камера направлена на вход. Молодежи в скейт-парке собирается много, работает он до 10 часов вечера. И это правильно, для ребят он и строится. Вот только уличное освещение надо добавить, звучит еще одно поручение мэра. Замечаний Сергей Павлович сделал немало и справедливых. Неокрашенное ограждение, пострадавшие во время пожара и неубранные деревья – мелочи, которые, если уж взялись, надо исправлять. Стройку должен взять на ежедневный контроль курирующий заместитель. Классно он будет, когда он будет весь. Вылизано идеально, все будет сделано, покрашена опора, будет освещение, убрано дерево, вот это, входная группа будет нормальная, тогда он будет классный. К нему-то какие вопросы? Он своим делом занимается, все правильно делает. Это к нам вопросы сейчас, понимаешь? Что мы бросили на самотек, вроде как деньги мы выделили, великие. Деньги выделить – это половина проблемы. На соответствие нормам безопасности объект проверит Ростехнадзор. Молодежь планирует открыть скейт-парк спортивными соревнованиями.